Привет, друзья! С вами Алекс из Испании. Сегодня мы посетим аквариум города Барселона. Барселона, как Афродита, вышедшая из пены морской, не могла бы обойтись без туристической достопримечательности, напоминающей о ее морском происхождении. Такой данью морю стал гигантский аквариум, построенный в 1995 году в Порт-Велл, на небольшом искусственном полуостровке, соединенном с городом мостами. Порт находится в конце главной туристической зоны Барселоны, бульвара Ла-Рамбла, поэтому добраться до аквариума Барселоны очень просто. Пройдите по одному из мостов и найдите здание с круговой цилиндрической крышей, это и есть аквариум. Аквариум Барселоны – один из важнейших центров в мире по изучению и сохранению подводной фауны Средиземного моря. Экспозиция представлена в виде 14 отдельных экосистем, скалистого и песчаного побережья, зарослей водорослей, подводных пещер и гротов, коралловых рифов и так далее. Еще 7 аквариумов посвящено тропическим экосистемам, здесь можно увидеть, к примеру, обитателей Большого барьерного рифа, Красного или Карибского моря в их естественной среде обитания. Одна из самых интересных частей экспозиции – мини-аквариумы, акцентирующие внимание на удивительных обитателях моря, которых сложно разглядеть в большом объеме воды, например, морских коньках, губках и микроскопических рыбках. Из крупного здесь имеется несколько видов акул, которых можно наблюдать проплывающих прямо над головами, прогуливаясь по 80-метровому стеклянному тоннелю. Технологический аквариум Барселоны – одна из самых передовых инженерных систем в мире, а главной целью работы аквариума является развитие знаний посетителей о морской стихии и ее обитателях, о сохранении хрупкого равновесия в мире флоры и фауны моря. В 21 водном резервуаре обитает несколько тысяч экземпляров рыб, медуз, полипов, среди которых встречаются чрезвычайно редкие виды. Можно полюбоваться на особи семейства хищных, потрясающую коллекцию ядовитых рыб, скатов, рыбу-луну и множество мелких рыбешек всех мастей. Одним из самых замечательных отделов аквариума является океанариум, настоящее средиземноморье в миниатюре. Диаметром в 26 метров и глубиной в 5 метров, он содержит 5000 кубических метров морской воды. Два туннеля, находящихся по его обеим сторонам, один из них, самый большой в мире, позволяют посетителю пройтись на расстоянии нескольких сантиметров от уникальных рыб, среди которых есть и акулы довольно больших размеров. На территории аквариума к вашим услугам кафе, бутики, сувенирные магазинчики и даже услуга моментального фото, а также кинотеатр на 168 мест, где можно посмотреть фильм об аквариуме Барселоны.